Не менее интересный напиток – мате – парагвайский чай из сухих листьев вечно зеленого тропического дерева. Он содержит практически все витамины и многочисленные микроэлементы. Мате поддерживает уровень адреналина в крови, восстанавливает клетки, улучшает память. Сам по себе это очень приятный напиток, с которым связано много легенд. В нем большое количество витаминов, минералов и других полезных веществ. Этот напиток позволяет поддерживать себя в хорошей, здоровой физической форме и не стареть. Но для этого очень важно следить за правильностью его приготовления, так как это сказывается на вкусе мате и результате его потребления. Прежде всего, надо использовать качественную очищенную воду и следить за степенью ее нагрева, которая не должна превышать 70 градусов. Особенно это важно для начинающих.